Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Ай, черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально. Чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины.
что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! О, черт! Чудом спаслись. О, нет! Нет, нет, нет! Фиона, держи! Я закрепляюсь. Перепрыгнешь? Перепрыгну! Твою мать! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Я держу. Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да. Я тебя вытащу! Черт! Там! Вон там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была. Ну же, Лара! Я тебя не удержу! Веревка выскальзывает! Есть! Здесь! Сейчас! Двигай, чтоб тебя! Иона, назад! Возвращайся в укрытие!
Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, а что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка Анны.